сижу и вилок. Не совсем так. Залазить никуда не надо, мы уже здесь. Вот, поэтому можно отвернуться, нюх не снимать, я хочу. Просто залезли на чью-то вилок. Там вообще классно. Там есть кнопка под светильником, которая открывает потайной мох. Поднимает. Что за красавец такой у нас вообще тут? Что за модные ребятки? Да я вообще красавица. Нет, вы что, деточка. Я прямо гламурная кошечка. Здорово. Великолепно. У меня такие прям мурашки пошли по всему телу. Ты видишь, у меня смешок появился такой у тебя, вот это? Да, весело еще в Италии. У нас сейчас, девочки, мальчики, сейчас у нас сценочка, три человечка. Пожалуйста, вот Егорчик, Егорчик. Подыграй, подыграй. Аромат-то какой, господи. Наточка, Наточка, не переигрываем, не переигрываем. Надо, сначала я 38 лет жил скучно. Потом я познакомился с Ната. Ната и моя жизнь. С Ната. И потом у меня жизнь заиграла краской. Да, вот так. Я что-то в шоке. Ребята, вообще. Да, здесь прям хорошие волны. Хорошие волны. Действительно. Хорошие, ничего не скажешь. Ребят, прокомментируйте данный пляж. Неплохо, неплохо. Очень красивый. Неплохо вполне. Спокойный, не crowded. Практически perfect. Mango colors. Очень модные пиджаки с какими-то details. Брюки модно, capri pants модно. Вадим, yeah. Прокомментируйте вот данную ситуацию. Как бы, пляж. Данную ситуацию с пляжем? Да. Здесь классный песок. Я вот могу сказать, как человек, который сейчас идет по этому песку, он мягкий, он комфортный. Очень... Бали нравится теперь? Бали, ой, у нас вот Натали, она организовала наш этот тур, мы так благодарны ей. Нам всем нравится. Люди в восторге, да. Причем люди приходят ко мне иногда вечером в комнату, ну, когда Натали нет рядом, и говорят, слушай, мне так нравится, говорят. Вообще, супер, класс. Ну ладно, вот, тогда. Да. Ну хорошо, ребят. Рада стараться. Рада, что вам все нравится. Класс? Супер. Класс. Класс, а это класс.
Карло. Вадим. Как Джеймс Бонд. Имя? Бонд. Джеймс Бонд. Скилл у моего мужа. Он специально на Бали такой гардероб себе подбирал. Понравилось, да? Да. А когда я говорила, классно, классно на мопедах. Вот по этим дорожкам, когда никого нет. Так, мы с Натой, сейчас будем, надо, погнали. Мы поможем сейчас? Все, погнали. Значит, ты тебе стремим сюда, раз, два, три. Раз, два, три. Прячемся. Так, нормальная ситуация. Под контролем, так, перебежками, да-да-да-да. Погнали, раз, два, три. Все, мы добрались вроде. Ребят, ну как вообще выглядит, как за такая тема со спортом? Слишком близко ты меня снимаешь. Может быть, вот так? Нет, проезжай. Сейчас мы поняли. Окей, Ната, here's the special. Ната, Ник. Окей, Егор. Гарет. Санти. Как виды? Какие? Ну вон, вон там. Прекрасная компания, да. Нет, так горы вон. Море. Вообще все, да, Ната? Там нужно придумать хоть название нашей банды. О, да, кстати. Мопедяры, мопедисты не подходят. Идеи названия есть? А. Все, что начинается на Google, можно не называть. Нет, почему полки? Шные полки. Ну ладно, я пока вы будете думать, я просто сниму девчонок. Ну, в смысле, на камеру. Просто королишна. Да, танка. Я очень рано просыпаюсь. С петухами? Ну, в основном, да. Почему так рано? Вот такой вот у нас животный мир. Так вот просыпаешься утром. Петухи там за стенкой. Гусеницы, многоножки. Полное единение с природой. Ну что, надо, заводи в новую виллу. Погнали. Погнали. На камеру уже, значит, не руками, да, ешь? Приехал, знаешь, как будто на симпозиум приехал, типа, ну, я просто как вообще. Он был как владелец клона в Сочи, а тут как владелец Бали. Просто. Всегда одевайся так. 300 лет не виделись. Down on me.
в изголовье у меня. Я говорю, ну, ночью бабочка ко мне приходила. Ночная бабочка? Ночная бабочка, да. А к тебе приходила ночная бабочка? Ко мне ночная принцесса приходила, да. И во сне. Хорошо, что не зубная фея. Ната поет. Что это за сладкий голосок? А здесь акустика Ната. Реального города. Где-то там Соня. Вот Соня, значит, вот город. Селфи с дом. Так это мы были в... Ты со мной рядом и готов и до конца. Что же я тебе поверю, вот тебе моя рука. Ничего не бойся, ее не отпускай. Что бы завтра ни случилось, буду рядом, так и знай. Я буду рядом, я буду рядом. Я буду рядом, я буду рядом. Что мы сегодня делаем? Бизнес строим новый. Очередь апсайд, то что... В то время... Пусть если сделать $500, да, то, соответственно, больше будет... Как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной! Три восклицательные знака. Бак такой. Я говорю, ты понимаешь, сейчас никому в пользу не... Красиво вы в ледяном счастье, Светлана. А ты знаешь, что каждая маска за свою отвечает? Идем делать. Very perfect. Very perfect. Excuse his eyes, cast down on me. Trying to use me up, but I never had a mother's touch. Ника, похоже, что Ната сейчас в хорошем настроении. Нам нужно быстренько попробовать притянуть эту темочку с повышенным западом. Да, да, точно. Подпишем пока по тебе. И сеанс чисто протянем. Надо ловить момент. Что мы заметили? Пока mindfulness работает. Я не буду сейчас номер убивать. Сейчас происходит брифинг CEO. CEO была на массаже, на развлекательной программе. И сейчас подчиненные быстренько отчитываются. Докладывают. Да, да, да. Пойдем, работаем. А что это такое? Это очки с видео. О, представляешь? Как в «Дети шпионов»? Прикинь вообще. Да, да. Реально? О, я сейчас тебя сфотала. Офигеть. Представляешь? Это Wi-Fi нужен. Ты сам это изобрел? I wish. Нанял людей? Да, это Facebook, они специально для Инстаграма сделали, чтобы можно было. Для Инстаграма, да? А у тебя они откуда? Ну, да, хорошо. Я просто... Макс работает в Фейсбуке, он... Офигеть! Сфоткай меня! Просто офигеть! Непонятно, что сфоткала. Какой вот красавец. Сидит, работает. Собаки! Еще один! Какой-то хороший, супер милый! С собой!
собаки. Я вот думаю, взять одной или с собакой. С мужем. Follow the sun, which way the wind blows. Его дом, конечно. Они тут свой дом построили, а ты сапинки вытянуть не можешь. Она такая, господи, для этого мальчика еще сейчас разберу. Я просто мастер переводить то, что я не понимаю. С индонезийского. Немногие знают, да. Но Свет знает индонезийский. Да, о них смотри, он типа, я сейчас вам покажу, как упаковать так, чтобы можно было вытянуть. Это новый конкурс. Так, вот мы идем с вечеринки. Модные, красивые. В общем, Света... Вы же в фильме должны были сниматься. Света супер организатор мероприятий. Она делает это for living. Профессионально? Да. Блин, Света, так здорово. Небесами отправлено. Всего два самолета. Задача каждого участника данной вечеринки. Ну, наверное, мы сделаем какой-то дресс-код. Это же все-таки... О, у меня есть с собой блестки. Короче, каждый просто сделает... В России стало популярное шоу «Чикенкай». Оно по-любому взято из какого-то американского, только я не знаю, с какого. Короче... Это вырежется. Надо будет... Уже везде, где слово «Россия» автоматически будет вырезаться. Скопировано. Короче, надо будет каждому человеку подготовить конкурс. Конкурс должен быть сделан максимально просто из простых подручных материалов. Мы разделимся на две команды. Красивый! День красивый! Кто у нас самый красивый? Как вам понравилась работа с данной моделью? Вообще расскажите свои впечатления. Знаете, эта модель очень-очень хорошее, фотогеничное лицо. Посмотрите, пожалуйста, вот любой макияж, любой мейкап может подчеркнуть вот эту красоту. Такая белорусская настоящая красота. А какие вообще планы вот дальше? Что вы будете сейчас дальше делать? Думаем вас покрасить. Меня покрасить? Конечно. Ну, подождите, я пока еще не готов. Perfect. Just know, for me, you're already perfect. Кого возьмем? Ник, ты будешь краситься? Ну, так еще есть, как бы. Конечно. Если надо. Надо. Надо для компании. Надо, я сам не хочу, но... Не, Давай вам моноброк, забашим здесь только, и все нормально. Кучечку внимания. О, можно поставить и рилсы записать. Значит, у нас из подготовки, вот тут вот эта бумага стоит на столе почему-то, пока непонятно, все в недоумении. Так, вот этот вот тут у нас блок идет прямой. Вот тут у нас блок. Ну я бы не разобраюсь, но эти штуки вообще не понимаю, честно. Энергиями, женскими, которые максимально плодородные женщины, которые дают своему мужчине, они находятся у одного мужчины и дарят ему все свои силы. Это, кстати, интересная вещь. Да. А что у нас тут происходит? Подготовка к конкурсам? Очумелые ручки. Был волшебный новогодний шарик, теперь это абсолютно бесполезная вещь. Аплодисменты! Как по алкоголю ситуация вообще? Чудесно! Что тебе нужно? Шампанское. Еще заказик. А ты что на стуле сидишь? Ты стих рассказываешь или что? Белая береза под моим окном. Накрыла снегом, будто серебром. Вот какой молодец, подготовлен. А как проходит мероприятие вообще в целом? Отлично, мы сейчас начнем делать первый конкурс. Так. Два. Сказали один. Я сказала два. Все. Два тоже. Сейчас два. Все. Больше не один. Два. По очереди наливаете, да? У кого оно ныряется, то есть тот проиграл. Черт, это 2-0 в пользу команды номер 2. Это позитивная новость. Очень много энтузиазма сейчас было вообще. Никак. Так, это я снимал.
Такой сверчок. Мама номер один. Держите, как это было? Как это было? Это было шоколадительно. Это трепетно? Это было довольно напряженно, да? Блин, черная полоса. Нам нужно что-то делать, девочки, нам. Ната сейчас будет делать конкурс. Да. Давайте не подведите меня. Может быть, давайте как-то усложним. Поэтому лучше всего я предлагаю всем просто сказать три каких-то факта про себя. Варка. Чем-то занимаются реально полезным. Спасибо, ребята, вам от всего нашего коллектива за подготовку этой попсы, этого няшества. Вот меня не будут помнить, а тебя будут помнить люди сквозь года. Пока тут музыка и кто-то пляшет, что нужно делать? Правильно. Не знаю, как я засекал. Какие ощущения? Грустненько немножко. Грустненько, видно. Но в то же время очень классно, потому что у нас всегда были очень классные мемори с этого дома. Да, и куда ты едешь? К кому? К Миле? К мужу. К Миле. Оба на М, кстати, удобно.